Сегодня я вас ознакомлю с правилами использования продукции KEDMALUX в домашних условиях. Продукция KEDMALUX предназначена для восстановления, укрепления структуры волос, а также для придания объема. Сейчас я вам объясню, как последовательно использовать эти средства. Первым делом мы используем скраб, который непосредственно наносится массирующими движениями на кожу головы. Он предназначен для того, чтобы устранить ороговевшие клетки, а также устранить жирность кожи, то есть сальность нашей головы. Для восстановления и укрепления структуры волос мы будем использовать восстанавливающий интенсивный шампунь. Его наносим непосредственно на корни волос массирующими движениями. Через несколько минут смываем теплой водой. После использования шампуня мы переходим на использование кондиционера восстанавливающего, который обогащен кератином. Этот кондиционер, он придает эластичность волосам, и он наносится на структуру, на кончики волос. На влажные волосы мы должны использовать вот этот серум. Серум не смываемый. Несколько капель серума наносится на влажные волосы. Он защищает волосы от механического, физического и теплового повреждения. Поэтому его советую использовать до применения фенов или же после применения утюжка, а также перед выходом на солнце. Для ежедневного использования мы можем пользоваться кератиновым составом «Экспресс Туман». Экспресс-туман, он предназначен для защиты структуры всех волос, он восстанавливает эластичность волос, а также придает им здоровый блестящий вид. Как я вам сказала, эта продукция, она направлена для придания объема волосам. Если мы хотим придать объем волосам, мы должны пользоваться шампунем, пептидным шампунем. Пептидный шампунь, он непосредственно наносится, опять-таки, на корни волос массирующими движениями. Он обогащает структуру волос и корни волос пептидами, минералами Мертвого моря. Через 2-3 минуты его смываем с головы теплой водой. После него вторым шагом является коллагеновый кондиционер, который обогащает структуру волос коллагеном. И этот коллаген, он укрепляет волосы. Кондиционер смываемый, его нельзя оставлять на волосах. Следующим этапом является использование ночного бустера. Ночной бустер непосредственно наносится на корни волос, впитывается. Его массирующими движениями внедряем в корни волос и оставляем на ночь. Он не смываемый. При помощи этого бустера мы достигаем усиления роста волос, укрепления волос, а также придания объема, то есть количество волос увеличивается. В продукции серии KEDMALUX имеется еще такая кератиновая маска. Это маска для еженедельного применения, им мы пользуемся в неделю один раз. Маску наносим по всей структуре, по всей длине волос, оставляем до 10 минут. После этого смываем теплой водой. На корни волос маску наносить нежелательно. Если вы хотите иметь здоровые и красивые волосы, я вам посоветую пользоваться профессиональным домашним уходом из серии KEDMALUX. Будьте здоровы!